Это вы на канале Мисс Крис и Саша Котик, наша класса. Сегодня мы делаем лизун. Кушать! Лизун мы делаем. У нас есть пиалочки, да. Ложки, угу. И вилки. Вот. Еще у нас есть пена для бритья. Ложка. Пена для бритья. Тетрабарат натрия. И соль. У нас есть тетрабарат натрия. Соль. Мы будем делать лизун. Зачем мы соль? Это соль. Так, теперь кажется, пена для бритья. И, кстати, гель для бритья. Это пена. Гель. Это пена. А, это гель. Вот так. Так, все. Убираю на задний план пока. Может, рано к тебе будем снимать, а то у меня камера плохая. Она везде такая. Короче, ну что, начинаем? Нет. Что мы будем первое засыпать? Так, и первое нам понадобится это... Ой. И первое нам понадобится это, конечно же, клей. А мы забыли его растопить. Пойдем растапливать. Мы берем один вот такой вот клей и наливаем его в пиалочку. Вытираем клей. Клей вытираем. Пробутирать надо. И мы добавляем что, пену или гель? А вообще может тетрабарат? Нет. Лучше сначала помешаем. Нет, сначала... Давай, сначала пену давай. О, это будет наш новый такой. Нет, нет. Это гель. Ты свой лучше возьмем. Сбьем. Сейчас вылезет какашка. Белая. Не хватит. Моя. Да, какашка. Вот тебя. Что ты еще получишь? Так, я беру ложку, наверное. Это что, мы флаки делаем, да? У меня уже что-то получается. Блин, ты что это ты? Он тут мне всю на ложку прилипло. Круть. Не знаю, что получается, но букву Х скажу. Это называется на букву Х. Я говорю, ты бери, это нельзя говорить. Используем вилочку, чтобы это все снять. Извините. Забили блок вилочки. Придется опять отрывать полотенечко. Нет, почему? Ну, чтобы вилочку положить. Вилочку. А, точно. Вот, вилочки ложим за кадр. Ну, вообще-то в кадр как раз наоборот. Смотрите. Это что такое? Так, давайте... Правильно, салфеточку взять. Кристина, ты что, забыла, что у меня этой салфеткой клеится? Ну и что? Я ж не носу смартфона. Ты дорожь. Блин, Кристина, а чего его так мало? И у меня. Такая же проблема, может, надо пену добавить? Нет, нужно добавить клей. Смотри, какая торти. Сейчас я эту пулю вызову. А да. Мне. Вот так все. А мне. Тут все мешало, тут и мешало. Может, надо было первое добавить. Это пену для бритья. Наверное, давай гель попробуем еще добавить. О, все, идет дело с три. Надо еще тетрабарат натрия. Что добавить, все в кадре. Ну куда же еще? У меня нормально, у меня вспененный. Смотрите, как он. У меня немного получше, чем у Кристины. Почему? Смотри. У меня уже у меня. Коренько, ну, у тебя клея маловато. Давайте добавлять тетрабарат. Сколько мы добавляем тетрабарат? Чуть-чуть. Давайте. Я этого вообще спасибо. Возьмем обыкновенную такую вот ложку. И немножко надел ее. Кристина, убери заглушку.
Давай еще 10 добавим. Давай еще 10. Вот, хватит кретин. Да. На. Это загуститель такой вот странный. Пропухли. Кристина, ты уверена? Вот, он не очень так. Нет, конечно. Не такой вот. Так, что мне, Саша, мне ничего не говори, у меня тут дела идут. Я немножко побольше, да, говорят, это возможно. И все, начало отлипать, еще стало. О, Саша, а давай ты следующее видео сделаешь, ну, все мои лизуны. Ты покажешь свою коллекцию лизунов. Ой. Мне кажется, нужно еще... И своих антистресс. Давай ты тогда вместе, у меня или у тебя будем делать. Ну, Кристина, это реально какая-то жесть. Так, очень странная. Ты что, я бой поешь? Да. Так, добавляем еще мы съели вот такого вот ГВМН. Да, Кристина? Да. Может, этот гель все исправит. Вот так вот он. Конечно, такой прозрачный. Я на платье как-то. Ну, ой, я сменила. Я настоящая сменила. Точнее, не сменила, я крыса. Я же взял сгут крыса. Мне кажется, я слишком много этого рыбрата давала. У тебя вместе все же нет. Надо все исправлять. Надо добавить больше клея. Ой, у меня почти получился. А у меня тоже. Он отлипает от рук. Ой. Смотрите, у меня точно такое же состояние сейчас. А я в руках. Не надо мне в руки брать, пожалуйста. Только не надо. О, еще воняет, мне надо руки пойти помыть. Сейчас пойдем. Ну, пахнет прошлым лизуном. Как мы его в прошлый раз делали в нашем видео. Ну, вы помните, как мы делали? А я еще сделаю. Ты считаешь, что он у нас получился? Нет, ну что, сейчас. Сейчас получится, сейчас мама все исправит. Сейчас мама все сделает. Это по краям, смотри, сколько по краям осталось. У меня вообще ничего не осталось. У меня, во. Гель, не знаю, помог ли гель. Саша говорила то, что не надо ждать. Это не надо. Да, 18 минут шучу. Она говорила, это какое-то говно. Кристина, ты. Это что, там обыкновенная пена? Кристина, кажется, мы сделали новый сорт пены. Ой. Кристина, я его взяла. Кристина. Я уже 10 лет как Кристина. Скоро, ну, скоро будет 10, а так мне 9. Лишь 9 лет, как красиво. Да. Кристина, ты что не знала? Кристина, да не в лавь лизу. Что ты сделала своими руками? Я не знаю. Покажись публике моей. Покажись. Кристина, возьми телефончик, пожалуйста. Я не могу, мне тоже ручки. Знаете, что я делаю? Она показала телефон такой. Отвяжу. Блин, вот спроси сама у себя, что ты смеешься. Жоржа. Ребят, простите, одна за. Короче, вот такой вот лизун получился у меня. Это вообще не флаффи. Из него нужно убрать жидкость. Ну что, Кристина, как у тебя? Да. Это не флаффи. О, надо содой загустить чем-то. Вот такой. Давай содой. А мне надо? Дай. Так я твой, пожалуйста. А не твой. Ну, у тебя похлуще. Давай поменяемся. Нет. А давай мы делаем из геля теперь. Просто из геля. То есть? Ну, просто из геля вот этого. Ну, клея немножко. Давай совсем чуть-чуть. Немного пены. Что будет? Да. Дай мне мой. Кристина. Я жалею какой-то. Смотрите. А он будет сдавать?
Фу, нормально. Понюхай мой. Фу, гадость. А для папы пробую взять прозрачные лизуны из одной из одного дерева. Я знаю, что можно. Так убираем эти слизы из поползни. Где? Второй рецепт. Так, вливаем. Подожди, Кристин, стоп! Стоп, поставь на стоп. Не надо. На день рождения себе снял телефон. А сегодня Кристин. И буду снимать уже нормально. Наверное, если к Xiaomi камера. Да, я куплю себе. Прям суперски. Это я реально какая-то жесть. Тут лежит не флаши. Так, мы налили клей. Его не видно, но он есть. Да, он вот есть. Я вот налил. И теперь мы просто добавляем тритобарат натрия. И все? А, точно, это же получается. Блин, Кристина, я не могу выдавить. Ну что такое рукожоп? Кристина, помоги, Яна. Сразу какашки пошли. Говно. Это у кого? У тебя? Места нету. Это не а, достигнут размер. Ну, вторая всё. Часть сейчас сниму. У Кристины часть. Сейчас будет вторая часть. Шо, блин, нельзя было. На место. Это реально лизун уже это. Потрогай, нет. Да. Потрогай. Знаешь, что у меня вторая часть пока?